I got a lot but feel I got you, mama. Ты на руки наложила? Я не думала, что ты существуешь. Я не слышу эту музыку, да ты говно. Я не могу выдыхать скорее. Друзья, всем большой привет. Меня зовут Раиль, это Хижина Музыканта и 13-й выпуск чат-рулетки, в котором буду исполнять любые песни собеседников на заказ. Все реакции в этом выпуске. Не забывайте, что у меня есть собственная школа гитары и вокала, ссылка в описании. Если хотите в ней обучаться на халяву, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. В следующем выпуске я разыграю. Поехали! В истерике кружилась мама Валя. На заднем фоне замер папа Толя. В радиусе метров воцарился жесточайший хаос. Когда всем понятно стало, сын остался без диплома. Боже, как хотел я увидеть свет, и как посчитал бы нужным жить мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне, вдруг увидел солнце и тогда себе сказал: я выбираю жить в кайф, я выбираю жить в кайф, я выбираю жить в кайф, я выбираю жить в кайф. Ты круто поешь! Спасибо, я видел твои эмоции. Приятно. Блин, а ты нигде не это не выступаешь? Ты не звезда? Я не звезда, что тебе еще от меня нужно? Ты не звезда уж, то так потихоньку пытаюсь продвигаться уж. Ты на руки наложила? Нет, я сегодня просто руку вывихнула, когда пацана ударила. Нифига ты бойка. Что тебе сделал такого, что ты его зарядила? Он меня просто обнял. И все? Да, он меня сзади обнял, а у меня рефлекс, и я его через себя перекинула. Ну нахер. Давай, спой, пожалуйста. Все, готов, давай, какую песню? Сансара. Блин, ну и заявочки. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей. И голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама. Супер, классно, вообще офигенно. Спасибо. По тебе кошка прошла, что ли, по лицу, пока ты спала? Да у нас тут, похоже, какой-то шутник. Нет. Нет? Это дождик? Угу. О. Я говорю, Нойза знаешь? Обожаю, он в сердечке у меня навсегда. Ого. Редко встречишь таких. Серьезно? Давай, ну, да. Затянись мной последний раз, ткни меня мордой в стекло, дави меня, туши мою страсть, буду дымить на зло. Боль на фильтре грязным бурым пятном, все, что мне от тебя останется. Мурно мой будущий дом, и вряд ли мне там понравится. Выдыхай скорей мою душу наружу, ей тесно, в моих легких так мало места. Выдыхай скорей мою душу наружу, ей тесно, в твоих легких так мало места. Но если честно, во всем виноват я сам. Это прекрасно. Многие задают вопросы: как ты, Раиль, подбираешь аккорды или находишь их в сети и так классно исполняешь современные песни? Темно-оранжевый закат, баст выпускной, Макан. Друзья, ответ очень прост. Все свои знания я выложил в свои обучающие видеокурсы по гитаре и по вокалу. Они находятся в описании. Приходи в мою школу вокала и гитары Хижина Музыканта. Если ты реально хочешь заиграть и запеть современные и любимые песни, как я, то ты знаешь, что делать. Привет, я видела тебя на Ютубе, очень красиво поешь, все дела туда-сюда. Спасибо. Я не думала, что ты существуешь. Че, петь типа будешь или сегодня какой-то этот? Да что ты, черт побери, такое несешь? А можно меня не вставлять будет? Да? Не, вставь. Странно это. Ну давай я тебе спою новую песню свою, которая еще не вышла, я ее только дописываю. Давай. Ее вообще никто не знает, в принципе. Про любовь, надеюсь. Ну да. Класс. Не навсегда была твоя
Очень красиво. Это припев. Куплетов пока еще нет, надо сочинять. Припев нормально же зайдет, как ты думаешь? Очень красиво, да. Слушал бы, если бы, допустим, трек вышел официально? Конечно. Ну, я подписан на тебя, я все слушаю, типа. Это было бы странно. Темно-оранжевый закат на фоне потресканных домов. Ты так хотела рассказать ему о том, что тяжело. Ты так хотела показать ему прокуренный балкон. У тебя слезы на глазах, у него целый горизонт. Не плачь, прошу, я тоже не вывожу. Держись, держу. Не плачь, прошу, я тоже не вывожу. Держись, держу. Очень красиво. Спасибо. Я тебя очень много раз видела в ТикТоке. Да ладно! Блин, ТикТок такая платформа, странная. Я на Ютубе многие-многие годы, знаешь, снимаю видео, и никто меня по Ютубу, ну, кроме, знаешь, гитаристов, и не узнавал. А в ТикТоке пару месяцев там начал снимать видосы, все. В чат-рулетку зайду, сразу, ой, в ТикТоке видел, и пошло-поехало. Ну, просто как не листаешь ленту всегда, там несколько видео. ТикТок это круто, значит, да, рекомендации работают, система рекомендаций. Привет, ты играешь? Ну, чуть-чуть. Я не могу тебя разлюбить за одну ночь, тебя позабыть за одну ночь. Я не могу тебя отпустить за одну ночь. Я не могу тебя разлюбить за одну ночь, тебя позабыть за одну ночь. Я не могу тебя отпустить за одну ночь. О, прикольно, мне нравится. I'm fine, как дела? Good, good, вы как? How are you? Ты отлично, что ты делаешь? Хотим батарейка. Губу закатай. I got a love I feel, I got you my mind. I got a love my skill, my la 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 la. I got a love I feel, I got you my mind. I got a love my skill, my la 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 la. Джан-джан-джан-пыл, окна завесим. Будем мы опять принцесса и деспот. Лаврами не взять твой пыл, курались мы на волю. По годам сорвемся вместе. Фэнди. Подожди, я его звоню? Нет, я тебе... Фэнди? Никакого Фэнди здесь нету, и Бренди тоже. Ты че, не слышал эту музыку? Да ты говно, знаешь. Чё? Чё ты сказал? Да не говно, ты разговор. Гуч, Прад, Луи, на мне только Фэнди худи. Дзинь-дзинь, мне звонят из улиц, перестань липнуть, я не пули. Катим, катим, крутим, крутим, любовь тачка, но со вкусом. Канделаки самый умный. Гениально. Ты, значит, не говно. Ну ты засранка даешь. На черно-белых фото дети, школьная пора. Любили жизнь ночи до утра. Дом вверх дном и волю цунами. По гаражам со свистом детвора. Носилась по дворам. Как жаль, что мы выросли. На сердце лишь останется теплая печаль. Ра-па-па-па-пам, ра-па-пам-пам-пам. Ра-ба-ба-ба-пам, ра-ба-ба-пам-пам-пам. Ра-ба-ба-ба-пам, ра-ба-ба-пам-пам-пам. Ра-ба-ба-ба-пам, ра-ба-ба-ба-пам. Конечно же нужна. Вставайте в очередь. Записывайте список. Что случилось с тобой? Кто это? Кто это? Херна у Законта. Да, привет. Мой брат очень сильно любит вас смотреть, он играет на гитаре. О, классно. Дайте мне пару реакций нормальных, и я отстану от вас.
Ой, у меня язык пересохнет, пока я найду здесь кого-нибудь. Вот этими самыми щелчками проходит моя жизнь прямо сейчас. Впустую, между прочим. Но все для вас, ребят. О, что за вечер? Тебя было мало. Уича. Меня было мало, ничего себе. Бедные скитальцы чат-рулетки. Вот бы в аду не пожелали такого наказания. Все, ребята, чат-рулетка подошла к концу, больше никого в нем не осталось. Ура, я прошел эту игру. На этом наш выпуск подошел к концу. Напишите в комментариях, как вам песни. Заказывайте новые песни под этим видео, их буду исполнять в следующем выпуске, а следующий выпуск выйдет быстрее, если мы набираем 10 тысяч лайков. Всем удачи, любви, добра. В конце предыдущие чат-рулетки сейчас оставлю, так что смотрите, наслаждайтесь и поднимайте себе настроение. Всем пока!